Дорогие друзья, в зимние праздники принято подводить итоги уходящего года и делиться планами на будущее. Каждый из нас оценивает сделанное лично им. Компании, в которых мы работаем, обобщают результаты труда коллективов. Государства подытоживают путь, пройденный за год страной. Перед лицом все возрастающих проблем мы оказываемся одними из тех, кто создает инструмент их решения. Наш безопасный, эффективный и экологически чистый транспорт Skyway – это вклад в восстановление баланса цивилизации и природы. В уходящем году нам удалось создать и продемонстрировать очень многое из того, что совсем скоро изменит мир. Как может выглядеть будущее, мы показали в рамках Экофеста 2019. Три тестовые линии – гибкая, полужесткая и жесткая – непрерывно работали в автоматическом режиме, не причиняя никакого дискомфорта тысячам людей, находившимся в экотехнопарке. Это модель мира, где все коммуникации вынесены на второй уровень, оставив землю для растений, животных и людей. Такой транспорт не представляет опасности ни для пешеходов, ни для пассажиров, о которых позаботится наша полностью автоматическая система управления. За отчетный период мы добились многого и можем говорить уже не просто об умном транспорте, но об умных системах, включающих информационную, энергетическую и даже финансовую составляющие, объединенные на базе блокчейн-технологий. Некоторые возможности систем мы также показали на Экофесте, а чуть позже в видео, которым поделились с вами. Мы совершили серьезные шаги в реализации такой важной составляющей струнных технологий, как высокоскоростной комплекс Skyway. Его тестирование началось минувшим летом. В будущем именно он сделает возможными линейные города, так как дорога в 200 км займет всего полчаса. Это означает, что исчезнет необходимость скученности людей, станет возможным более разумное освоение и использование малоосвоенных и трудодоступных территорий. Коммуникации, вынесенные на второй уровень, позволят начать восстановление деградирующих и похороненных под асфальтом и шпалами почв. Уже совсем скоро в рамках инновационного центра Skyway в Шарже мы покажем это, превратим пустыню в цветущий оазис. Успешно ведя строительство центра на протяжении минувшего года, мы вплотную приблизились к этому моменту. Демонстрацию уже ждут сильные мира сего. В частности, я говорю про власти Объединенных Арабских Эмиратов. Они смотрят на нас с вниманием и большой надеждой. Мы предлагаем и показываем им будущее со Skyway. Ясно видя перед собой проблемы, осознавая, что минувший год для мира был непростым, а экологическая ситуация на планете сильно ухудшилась, мы, тем не менее, смотрим вперед с оптимизмом. Благодаря струнному транспорту уже в обозримом будущем, подводя итоги очередного года в отношениях цивилизации с природой, люди смогут увидеть не только отрицательные, но и положительные тенденции. Восстановленные территории, сокращение аварийности и снижение концентрации отравляющих веществ в воздухе. Мы с вами предпринимаем реальные шаги для достижения этих целей. Не просто надеемся на что-то или на кого-то, но знаем, что необходимо делать, и делаем это изо дня в день. По всей Земле в Новый год люди желают друг другу мира, здоровья, благополучия. Мы же с вами не просто желаем, но самостоятельно творим все это для себя и для всех окружающих. Своими мыслями, намерениями, словами, действиями, поступками мы создаем лучшую реальность для наших родных и близких, коллег, партнеров и всех людей на Земле. Строим Skyway, чтобы внести свой вклад спасение планеты для будущих поколений. С Новым годом!